В Ленинградской области всероссийский сбор артиллеристов. К военному лагерю под Лугой накануне присоединились бойцы Тамбовской бригады. За трое суток им пришлось преодолеть маршем более 1000 километров. На Лужский полигон артиллеристы привезли несколько десятков единиц военной техники. Это система «Пион» и легендарный самоходный миномет «Тюльпан» калибром 240 мм, который стоит на вооружении почти полвека. Бригада скрытно выдвинулась на позиции, провела разведку местности с помощью беспилотника, развернула орудие и ударила по цели. По задаче учения минометы должны были уничтожить условные доты противника и пункты управления системами ПВО. Тюльпаны отработали точно, поразив цель с первого раза на расстоянии 6,5 километров. Задачи систем разрушения, уничтожения живой силы огневых средств противника, подавление командных пунктов противника, ну и... Как правило, успешно эти задачи выполняются. По словам командиров, несмотря на полувековой стаж тюльпанов, самоходные минометы остаются востребованными в армии. Эта советская еще техника способна применять современные боеприпасы высокой точности, что и продемонстрировали на учениях.